Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу вам, как автоматизировать ваш увлажнитель воздуха. Это увлажнитель воздуха SmartMe Evaporative Humidifier. И сейчас мы с вами разберемся, как же все-таки сделать так, чтобы он автоматически включался, выключался, ну и в принципе работал. Итак, сейчас у нас включен третий режим увлажнения, мы видим. Но что интересно и что важно, нам нужно его автоматизировать. Для этого мы в правом верхнем углу нажимаем на троеточие и нажимаем «Автоматизация». После чего нажимаем в правом верхнем углу на плюсик и устанавливаем инструкцию. Например, если... только по таймеру можно устанавливать, к сожалению. Например, если... стукнет 8 часов утра и 30 минут, то есть если стукнет 8.30, нажимаем ОК, тогда что тогда произойдет? Выбираем наш humidifier и включается первый режим, второй или третий, либо же автоматический режим. Humidifier наш включается, либо же выключается. Либо же включает, то есть включается и выключается, либо же просто делает что-то одно. Например, пусть включается. Все. Устанавливаем инструкцию, чтобы в 8.30 он автоматически включался. Отлично, сценарий уже готов. Можно добавлять сценарий, например, чтобы, например, в 23.15 он выключался, либо же устанавливался на первый режим. Да, а вот, например, пускай будет в... 3 часа ночи, пускай, он вообще вовсе выключится. И что теперь у нас из этого будет? Из этого всего следует то, что он у нас в 8 часов утра включается, в 8.30 вроде, если не ошибаюсь. Потом он работает до 11 часов, устанавливает минимальную мощность. Затем до 3 часов работает на минимальной мощности. Потом уже включается утром в 8.30. Вернее, потом он в 3 часа ночи выключается и начинает работать утром уже в 8.30. Только есть проблема. Утром в 8.30 он работает на минимальной мощности, потому что он включает минимальную мощность вечером, то есть в 23 часа. То есть как сделать так, чтобы он еще и включал максимальную мощность утром? Давай так, чтобы если таймер, пускай в 9 часов утра, пускай он в 8 включается, а в 9 пускай включает максимальную мощность. Да, затем он включит третий режим в 9 часов утра. И так каждый день. Что ж, на этом, пожалуй, все. Мы автоматизировали наш увлажнитель воздуха. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!